Приветствую! Сегодня поговорим о заделке стыков между листами гипсокартона. Приступаем! Для заделки стыка между листами гипсокартона нам понадобится гипсовая шпаклевка Knauf Uniplot, два шпателя, армирующая лента и чистая емкость для замешивания шпаклевки. Работу начинаем с грунтовки стыка, грунтовка глубокого проникновения Knauf Tiffin Grund. Когда высохла грунтовка, нарезаем бумажную ленту на куски необходимой длины. Затем замешиваем шпаклевку и заполняем стык. Замешиваем шпаклевку. Шпаклевка готова. Заполняем стыки. Бумажная лента имеет полосочку от валика, по которой необходимо согнуть ленту. Сгибаем ленту пополам. И затем немного ее расправляем. И лента должна иметь вот такую небольшую изогнутую форму. Устанавливаем лазерный уровень по шву и приступаем к укладке ленты. Затем приглаживаем пальцем посередине ленту, не сильно нажимаем. После чего прижимаем ленту уже по всей плоскости. Это делается для того, чтобы убрать воздушные пузыри из-под ленты. Дальше шпателем, немного его прогибая, прижимаем ленту от низу до самого верха. Ждем, когда шпаклевка полностью высохнет, и затем наносим шпаклевку полностью на весь стык. После того, как высох унифлот, замазываем стыки на второй раз. В итоге получаем вот такие стыки, без выступания ленты за плоскость гипсокартона. Бывают такие моменты, что лента пузырится по краю. Ждем подсыхания унифлота и аккуратно, не прорезая бумагу на гипсокартоне, вырезаем часть ленты. В этом ролике мы разобрали, как и чем заделывать стыки между листами гипсокартона. Надеюсь, этот ролик был для вас полезен. До встречи в новых видео.